Вот расскажите нам, вот что с ножками, как что? Ну что с ножками? Ножки мамины, вальгусы. Мама убрала вальгусы и стало только хуже. И врачи мне сказали, если не мешает, ну и не эстетично просто. Вот этот вот на правой ноге большой палец, он был всегда заваленный. Молоткообразные появились лет 5 назад пальцы. А вот этот большой палец на левой ноге в 2018 году на Черном море не рассчитала глубины, стукнула о камень. А только-только приехала в Крым ходить с палками, пешими маршрутами, по 8 километров каждый день. Вот, поэтому сразу его никак не зафиксировала, находясь в военно-полевых условиях, не побоюсь этого слова. И он так и завалился. Но покупала кучу всевозможных корректоров, бандажей на ночь. И не получается. С ремешочками даже работаю. Но я лодырь. Я не скажу, что я очень много работала. И вот когда к Лине пришла на первый сеанс, сегодня у меня будет второй, и Лена мне обработала ноги, и я не могла поверить своим глазам, потому что пальцы стояли на месте. Ну да, конечно, еще работать надо, но вот Это понятно, это же... процесс Но уже такой. есть надежда просто, даже не надежда, а уверенность исправить. Ну, отлично. Надежда слово не люблю в каком плане? Из лексикона неудачников. А я уверена, что теперь у меня точно есть перспектива вернуть их на место. Спасибо. Спасибо большое.